Праздновать День государственного флага и 24-ю годовщину независимости Украины в Луганской области будут с размахом. Наш край посетит народный артист Украины Богдан Бенюк и много музыкальных коллективов. В течение нескольких дней состоятся патриотические акции, концерты, выставки, ярмарки и спортивные турниры. Подробности далее. В Луганской области к празднованию Дня независимости Украины, кроме официальных лиц, подключилось множество волонтерских и общественных организаций. По словам заместителя губернатора Ольги Лишек, в течение трех дней в Новопскове, Беловодске, Сватово и Старобельске пройдут концерты с участием известных украинских коллективов и артистов. Будет где разгуляться и местным музыкантам. С 14 по 16 серпня в місті Сватово відбудеться 10-й ювілейний всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості аматорських колективів і виконавців «Слобожанський спас-2015». До нас завітають на всеукраїнський фестиваль 7 колективів з областей України і приймуть участь усі райони і міста області. К празднованию Дня флага планируется проведение областной акции «Украина – это я». Дети и молодежь смогут поздравить военных на блокпостах. В городском дворце культуры и на площади Победы будут выставлены флаги с боевой историей. Мы выпускаем такие патриотичные стикеры, которые можно будет на руку налепить, я не знаю, на машину, на предмет побуту. Мы також закуповуємо державні прапорці маленькі, ми закуповуємо стрічки і будемо розповсюджувати по районам і містам області. 21 августа в Луганской администрации наградят выдающихся жителей области. В День независимости основные мероприятия пройдут в Северодонецке на площади Победы. Выступления творческих коллективов, конкурсы и развлечения для детей, выставка карикатур, ярмарка. Наталья Войнова, Иван Полупанов, Подии.